Изменения в законодательстве в очередной раз столкнули пенсионеров к поспешным действиям. С прилавков магазинов электроники за несколько дней пропали почти все ТВ-приставки для устаревших моделей телевизоров. По закону для получения компенсации по этим покупкам, по словам Натальи Тимченко, руководителя управления социальной защиты населения Сарова, у соискателя должны сойтись три основополагающих фактора. Приставка должна быть приобретена с 1 декабря 2018 года. Если доход ниже прожиточного минимума, и когда гражданин к нам обращается, пишет заявление, чтобы мы ему оказали материальную помощь, то социальные работники выходят к этому гражданину, составляют акт, и обязательно нужно признать, что гражданин действительно нуждается в этой приставке. По новому постановлению сумма компенсации, которую предоставляет государство нуждающимся на приобретение этого оборудования, не будет превышать 1 000 рублей. Как объяснила Наталья Тимченко, повода для волнения и срочной покупки этих приставок нет. Директор ТКС нам сообщил информацию, что в Сарове, в отличие от других районов, отключение аналогового телевидения не произойдет ни с 1 января, ни с 15, ни с 1 февраля. То есть это не грозит, так как у нас сделаны определенные работы этой организации. И гражданам нет необходимости приобретать эти приставки. 95% жителей Сарова, по информации телефонной компании Сарова, которая отвечает за вещание телевидения в нашем городе, даже не заметят изменений. А остальные 5% – это частный сектор. При необходимости смогут получить компенсацию, обратившись в Управление социальной защиты населения по адресу проспект Мира, 15, в кабинет 114 или по телефонам 981-26 и 981-32. Кирилл Осенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.